Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас распаковка посылочки от Yves Rocher. Будет много всего интересного, много подарочков, давайте скорее ее открывать. Я попала на акцию, которая длилась один или два дня, и у меня здесь есть парфюм в подарок. Вообще много всего вкусненького, интересного. Смотрите, как все упаковано. Вот. И буду доставать в хаотичном порядке. Так, что это у нас такое? Thank you. Такая вот коробочка. Интересно даже. Это расческа, девчонки, это расческа. Я поучаствовала в акции на сайте, где при покупке от определенной суммы в подарок идет вот такая вот расческа массажная. Я люблю такие расчески, у меня есть такая большая. И как раз вот маленькой мне не хватало. Здесь щетинка, кстати, разной длины. И она очень мягкая. Вот даже если сравнивать с расческами из Фикса, с подобными, да, она прям мягкая. Голову не царапает. Прям здорово вообще. Класс. Я рада. Не стала брать духи, которые там были тоже по этой акции. Решила вот именно взять очки и расческу, потому что духи мне идут и так. Смотрите, в каком футляре очки солнцезащитные. Мне кажется, это, знаете, что по типу фетра. Такой материал. Так, открываем кнопочку. Нитки, правда, есть, но они все снимаются, не критично. Здесь у нас, что это у нас такое? Огромнейшая инструкция, просто огромнейшая. И сами очки с этикеточкой. Thank you. Все как положено. Девчонки, я сейчас отрежу. Классические коричневые очки. Мне очень понравилось, как они выглядели на сайте на самом деле. Ну и давайте примерим. Я сейчас даже... Категория 3, по-моему, солнцезащитная написано, да, девчонки? Что это значит? Я не понимаю в очках. Так. Я знаю, что это моя форма, я в этом уверена. И круто, блин, я так рада. Это достаточно плотный, крепкий пластик. По поводу солнцезащитности, очень классная. Вот сейчас смотрю на солнце, которое за облаками прячется. Без очков я жмурюсь, и в очках прям классно. Я бы, если честно, видео до конца снимала бы в них. Потому что у нас сегодня очень теплый солнечный денечек. И пока оно за облаком, давайте скорее продолжать. Вот так, девчонки, выглядят очки. Поближе вам показываю все крепления. Внутри. Вот такие обычные дужки. Классические очки, но мне понравились, девчонки. Очень высокая, как это называется правильно? Ну, в общем, от солнца защищают они хорошо. Коричневые, такие вот красивые. Так. Вот он, футлярчик из фетра. Прикольный такой. И вот расчесочка, смотрите. Вот как она выглядит. Вот такая. Здесь голубая, а внутри поярче. Так, ну поехали дальше. Что же было в моем заказе еще? Кисть. Девчонки, я поучаствовать решила в акции и выбрать себе в подарок. Это у нас пудра хайлайтер, но я выбрала в темном оттенке, мне кажется, это будет больше бронзант. И в подарок шла кисть. 750 рублей, по-моему, все это счастье стоило. Давайте начнем с пудры хайлайтера. Я слышала, что пудры Yves Rocher очень хвалят. Поэтому решила и в этой акции поучаствовать. Она приходит вот такой вот пленочкой закрытая. И вот как она выглядит. Очень красиво. Я вам сейчас все вблизи покажу. Сделаем с вами сводчи. Это мой любимый цвет. Мне кажется, я как тени буду использовать ее. Так, и кисть. Смотрите, она приходит вот в таком чехольчике. Так, как его нам открыть? Здесь тоже у нас этикеточка мешается. Кисти от Yves Rocher я не пробовала, но мне безумно интересно. И такой кисточки мне тоже не хватало. Потому что у меня есть одна от Faberlic такая большая. И все. От Avon мне не понравились. Так, как ты снимаешься, дорогая? Ух, девчонки. Я сейчас буду разрезать, наверное. Ручка у нее деревянная. Номер 6 у кисти Yves Rocher написано. И она скошная. Если сравнивать, девчонки, с Faberlic, а сравнивать мне особенно больше не с чем. Ну, естественно, лучше, чем Avon. А если сравнивать с Faberlic, то она очень мягенькая. И мне кажется, Faberlic плотнее набита. Чуть-чуть посильнее, да, чуть-чуть поплотнее набитый. Но она безумно мягкая, прям вообще супер. Мягче Faberlic, но немножечко поменьше щетина. А так выполнено очень стильненько, красиво. Вот, девчонки, как выглядит кисть Yves Rocher. Такая деревянная ручка, здесь железо. Смотрите, ворс. Не сильно плотно набито, но, мне кажется, для пудры очень классно.
Сказать могу теперь точно, что кисти Faberlic для меня действительно лучшие. А вот палетка. При естественном освещении вам все, девчонки, показываю, поэтому цветопередача абсолютно верная. Вот сводчи. Так, от солнышка сейчас. Вот так вот. Мне понравились безумно оттенки. Она очень круто пигментирована. Я буквально вот чуть-чуть вот окунула пальчик, да, и сделала сводч. Очень круто пигментирована. Вот этот первый темный оттенок я буду, конечно, как тень использовать тоже. И как бронзант, как румяшки. Очень красивые. Вот еще вам сейчас вот так покажу палеточку. Вот, цветопередача полнейшая. Так, какой у нас здесь номер? Смотрите, бронзовый пудра-хайлайтер сияние 6. И вот как она выглядит в закрытом виде. Очень красивая. Я рада, на самом деле. Цвета, оттенки вообще потрясающие. Девчонки, ух-ух, красота. Прям, если честно, захотелось попробовать. Кисть набирает классно, кстати. И это мой оттеночек, я такие люблю. Продуктом довольна, прям вот на все 100. Видите, вы даже его, наверное, видите, да? Пигментированный, действительно пигментированный, очень хорошо пигментированный. Вот если, опять же, сравнивать с продуктами для скульптурирования лица от Faberlic, то этот продукт гораздо больше пигмента выдает при наборе. Поехали дальше. Давайте уже не подарки, основной заказ вам покажу. Я заказала себе в разделе, по-моему, наборы для путешествий. Что-то такое, мне кажется, девчонки. Набор продуктов косметички из линеечки Себа Вежиталь. Вы мне писали, что он хорошо, вот именно эта линеечка Себа Вежиталь, подходит для комбинированной кожи. Так, смотрите. Первый продукт. У нас матирующий лосьон, пудра. Вот он уже здесь смешался, и он выглядит таким мутным. Я обожаю такие продукты вообще. Это действительно мои продукты. И тем более сейчас на лето, на жару. Супер. Ну и аромат, конечно, крутой. Вы знаете, есть вкусная парфюмерная отдушка и отголосок огуречного лосьона. Вот ей-богу вам говорю. Буду пробовать, будем вместе с вами тестить в последующих влогах каждый из этих продуктов и составлять мнение. Так, следующий продукт. Детокс-эффект для кожи головы. А, это скраб для кожи головы, девчонки, это немножко не та песня. Сейчас сначала набор вам покажу. Так, очищающий гель для умывания из линеечки тоже Себа Вежиталь. С пузыречками внутри, такой красивый вообще. Давайте тоже его понюхаем. Продукт не запечатанный приходит. Такая же отдушка, как у тоника. И по консистенции похож на гель алоэ. Но когда начинаешь по руке его распределять, он вспенивается. Видите, да? Вот, он начинает пениться. Класс! Будем пробовать тоже обязательно. Так, и что у нас еще из этой линеечки? Из этой линеечки у нас еще, девчонки, крем. Три продукта было в косметичке. Крем из линейки Себа Вежиталь пришел запакованный в слюду. Это хорошо на самом деле. Такая красивая коробочка. Мне вообще безумно нравится оформление и фраше. Вот эта зелень, я этот цвет вообще сам по себе обожаю. Баночка стеклянная. Кто бы сомневался. И вот такая вот красивенькая. Давайте скорее откроем его. Крышка такая интересная. Внутри он тоже не запечатанный и тоже пахнет абсолютно так же, как и предыдущие два продукта. И я вот чувствую отголосок. Ой, крем такой плотный. Он прям плотный-плотный. Достаточно плотный. Видите, даже пики есть. Как сливки взбиваешь, да? Сейчас мы с вами попробуем его на руке. Он прям плотненький, но при соприкосновении с кожей как будто тает. Ощущение приятного увлажнения. Матируется сразу, девчонки. Прям сразу выравнивается и матируется. Вообще никакого блеска. Я надеюсь, мне этот продукт понравится, потому что все мои матирующие дневные крема закончились. Интересно, девчонки, он с SPF? Нет, знает кто? Напишите, пожалуйста. Потому что эту информацию, чувствую, я буду долго искать, если займусь. Ну, класс. Мне пока все нравится. Мне нравится, как выглядит кожа руки, потому что сразу произошло моментальное матирование и увлажнение. Очень мягкая кожа, при всем при том матированная. Поехали дальше. Так, что же было у меня еще в основном заказике? Я поучаствовать решила в акции, конечно же, с новиночкой. Это у нас уход для восстановления волос, не требует смывания. Это, по-моему, крем. Бальзам для волос, многофункциональный, восстанавливающий, растительный. Для сухих поврежденных волос масло жожоба био использовать в качестве дневного ухода.
для легкого крема для расчесывания и придания гладкости или ночной маски. То есть, смотрите, мы можем нанести на ночь как маску, а с утра, скорее всего, нужно будет это все дело смыть. Наносить немного бальзама по всей длине волос, отступив от корней 2-3 сантиметра. 2-3 раза в неделю. Для равномерного распределения использовать расческу. Ну вот и расчесочка у нас есть, и все у нас есть. В комплект к этому бальзамчику можно было выбрать любой гель для душа. Я выбрала вот такой вот кофе. Вы мне тоже его нахваливали. Девчонки, я не буду его даже распаковывать, нюхать. Ой, потому что я положу его в бьюти-бокс, который собирают для конкурса на моем канале. Гель для душа кофе 200 мл. Вот такой вот. Поэтому мы его откладываем в сторонку. А бальзам, конечно, мы с вами сейчас попробуем. Другие крема от Yves Rocher мне девочки нахваливали. Он вот такой вот беленький. Аромат у него божественный. Отголосок кофе и крутого какого-то парфюма сладкого. Будем распределять, наверное, с вами вот так по ручкам, да, и пройдемся по кончикам. Дневной крем для волос. Дневные крема для лица у нас есть, а вот крема для волос еще не было. Ну, теперь будет. Ой, какая душка. Вот сейчас, когда я разнесла по волосам, оно прям меня как-то вот окутало. Душка нереальная, девчонки, вообще. Расчесочкой кончики прочешу. Ну, сейчас хотя бы в конце видео мы оценим. Вот, слушайте, они уже мягкие. Блин, я зеркало с собой не взяла. Девчонки, они уже мягкие. Прям мягенькие-мягенькие. И сваливаются такие, потому что вот эта часть у меня очень сильно пересушена, и я не хочу отстригать, хочу вот так вот отращивать уже. Мне нравится мое каре, я хочу его удлинить немножко, все. Они действительно мягкие. Знаете, когда наносите продукт, это чувствуется. Они правда мягенькие. Ой, супер. Мы, девчонки, с вами обязательно сделаем этот бальзам как ночную маску для волос в ближайшем влоге, и я вам расскажу о всех последствиях с утра. Ну а вот, девчонки, и косметичка, которая была в наборе с продуктами из линейки Себа Баланс. Кстати, я посмотрела, там вот действительно выгодно наборчиками брать. Очень выгодно. Я хотела по отдельности сначала попробовать эту серию, потом только наткнулась на наборы. Косметичка классная. Со значком Yves Rocher, такая полупрозрачная, да, полупрозрачная матовая. И вот на такой молнии. Достаточно вместительная. То есть все эти три продукта туда однозначно влезут. Классная. Всегда пригодится. Чувствую, скоро сумма косметичка от Yves Rocher у меня будет очень много. Так, поехали дальше. Ну и здесь, по-моему, остаются, девчонки, подарочки. Подарочки. И накладная. Все вам покажу поближе. Так, нет, еще вот один продукт. Это скраб для кожи головы. Вы мне его тоже нахваливали. Я как-то встречала посты в Инстаграме, да, что он действительно крутой. Будем тоже пробовать. Он у нас здесь запаян слюдой. Сейчас вскроем, посмотрим хотя бы, что он из себя представляет. Интересно. Девчонки, которых я даже знаю, блогеры, они как бы все его хвалят. Детокс-эффект для кожи головы перед использованием шампуня. Так, дальше он у нас тоже тут не заслюдирован. Вот так он выглядит. Белая достаточно плотная структура, и здесь крупные частички. Сейчас покажу. Девчонки, смотрите, какие крупные частички. Это вот частички такого размера. Видите? Это как крупная морская соль, и она угловатая. То есть все скрабы, которые у меня до этого были, там частички были меньше, правда. Смотрите. Ничего себе. Аромат классный. Но все, что касается Yves Rocher, мне кажется, уже на этом можно не делать акцент, что классный аромат, да? Немножечко есть какой-то зелени и сладости. В общем, обалденный аромат. Девчонки, еще мне в подарок, я выбрала, можно было выбрать подарок за заказ, пришел вот такой крем Гидра Вежиталь, уже из линейки. Я не буду его вскрывать, потому что он тоже пойдет в коробочку с бьюти-боксом, одной из счастливец моих. Так, что здесь у нас про него, мои хорошие? А ничего, нет, нашла. Он у нас с SPF 20, что на самом деле очень круто. Вот здесь указано, а на моем кремушке почему-то не указано.
А моментально кожа насыщается влагой, обретает мягкость. Мне кажется, этот крем больше подойдет для нормальной и сухой кожи. Да? Это, насколько я знаю, насколько я читала, я подготовилась, про каждый продукт практически читала отзывы. Это такое средство каскадного увлажнения, которое должно очень круто увлажнять нашу с вами кожу. Поэтому он у нас отправляется в Beauty Box. Еще один продукт, я так понимаю, это за интернет-заказ, за оплату через интернет. Девчонки, это отшелушивающий скраб с пудрой косточек абрикоса, 30 мл. Круто, тоже будем с вами пробовать. Я так и не попробовала маску, которая мне тоже пришла в подарок из первого заказа. Поэтому эти два продукта мы с вами затестим. Я люблю солнце, но вот сейчас оно не в тему. Затестим, сделаем скрабик и масочку и посмотрим обязательно, что из себя он представляет. Я думаю, он не хуже будет, чем... Тоже классно пахнет. И косточки здесь коричневые, как в скрабике «Чистая линия», всеми нами любимым. Так, здесь три пробника. Серум «Вежиталь» вот такой, девчонки. «Гарден Пати» и «Плеон Солейн». Как-то так я слышала, девчонки называют. По-моему, это те же самые, только серум другой, которые приходили мне в прошлом заказе. Ну и что ж, девчонки, вот единственный косяк от Эфраше у меня случился в этом заказе. При выборе подарочка я выбрала другой парфюм. Я выбрала «Моменты безмятежности», господи, как он, девчонки, называется. А мне почему-то на почту пришло подтверждение заказа с вот этой водичкой. И связавшись по онлайн-чату с оператором, мне сказали, что изменить они уже заказ не могут. Я не знаю, почему такое в Эфраше происходит, потому что я определенно знаю, что я выбирала другой парфюм. Да, он был 15 мл, а это 30, но тем не менее, мне хотелось именно тот попробовать, по нотам он мне был ближе. Здесь у нас Garden Party, почитала тоже отзывы больше восхищенных, аромат должен быть летним, как бы и расстраиваться не стала, опять же, дареному коню в зубы не смотрят. 30 мл парфюм, который пришел в слюде, мне кажется, это здорово, коробочка уже пахнет, угу. Персиком почему-то. Почему-то персиком. Так, открываю парфюм. Мне безумно хочется тестировать парфюмы от Эфраше. В следующий раз, наверное, девчонки, я сделать буду заказ по бланку. Мне хочется его сделать по бланку и выбрать себе какой-нибудь большой парфюм. Вот так выглядит флакончик 30 мл, и он весь уже благоухает на самом деле. Давайте тестировать. И в крышечку. Выветривайся. Да, действительно, у этого парфюма есть некоторые тяжелые нотки в начале, как писали девочки в отзывах на сайте. Потом они начинают выветриваться. Есть какая-то терпкость, шипровость небольшая, я ее не люблю, но здесь она не критичная совершенно. И лето. Лето, море. Не потому, что он прям такой сильно свежий, а потому, что он такой какой-то, вы знаете, ну не знаю, морской бриз с какими-то цветочками экзотическими. Нет, мне определенно нравится этот парфюм. Когда в прошлый раз он мне приходил в промтнике, я помню, он мне понравился даже больше, чем вот этот, девчонки. Язык ломать больше не буду, потому что не знаю, как он правильно называется. Я сейчас даже распакую. Ой, нет, здорово. Мне кажется, он, когда выветрится, будет понежней. Спирт. Да, мне определенно Garden Party нравится больше, чем вот этот Plain Solein. Классный летний аромат. Пусть будет. Пришла еще, девчонки, вот такая брошюрка, где Эфраше рекламирует свои бутики. Эксклюзивно в бутиках 20% сейчас скидочка при покупке от 1500. Еще я знаю, там какие-то баллы дают. Но мне все равно на сайте делать почему-то заказ приятнее. Копаться в корзине. А в бутики хочется сходить. Мне, девчонки, знаете что? Потестить ароматы. И потом, какой я хочу выбрать себе, когда буду делать заказ по бланку. Вот. Сейчас я вам покажу накладную, чтобы вы увидели цены. Заказ мне обошелся в 2600. И вот такое количество подарков. Неприятный. У него дорогой шлейф. Он шлейфовый. Вот кто писал на сайте, что он не шлейфовый? Нет, он шлейфовый. Он сейчас звучит совершенно по-другому, нежели он звучал в начале. Даже какие-то пудровые нотки появляются. Он, девчонки, шлейфовый. На мне он раскрывается очень красиво. Мне нравится. Ладно, не пожалела, что Эфраше допустил такой косяк. Пусть будет. Так. Вот, девчонки, накладная. Смотрите, кому что интересно. Вот общий счет. 2600 я заплатила за этот заказ. Ну, а на этом все, мои хорошие. Надеюсь, видео вам понравилось и было полезно. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.